Всем здорово, с вами снова я, Пашок, и сегодня мы будем опять же играть GTA-шку, это уже третья часть, и что ж, выполняем миссию по названию «Игровая территория». Come on, man, give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ, let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Ah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. Ну что, садимся в машину Свита и едем на указанную меточку. Вайлдлвуд. Едем. Что-то подлагивает, даже не знаю почему. Да, что-то подлагивает постоянно. Ну ладно. Watch for those rollers as I tag this up. There's another two baller tags in the hood. You go get them, and I'll keep the engine running. Давай. Сейчас закрасить нужно. Я помню, как я пытался с этой миссией, пытался ее пройти, не мог найти вот как-то фотографии. Прикиньте, я все время был вот там, вот, с той стороны, и не видел нифига. А она оказалась в море, жизнь висела. Вот так вот. Такой я был. А потом упал, что интересно еще. И сразу пошел. Самая легкая миссия, я считаю, в этой игре, это беглец. Потому что она очень легкая. Просто она такая легкая, что любой на базу сделать. Там просто нужно взять и застрелить беглеца, который даже не сопротивляется. Просто там одну пульку в голову и все, не сошлось. Главное, вроде ты там косарь, его уважение, не помню. Вроде ты там косарь зарабатываешь. CJ, I'm gonna give you a lift. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Знаешь. Сейчас я вам покажу, как быстро пройти их. What the fuck? Get that fool! Все, мы закрашиваем и даже не валим. Они тут не перелезут все равно. Теперь нам нужно перелезть. Тут вот еще какой-то, я не знаю. Идем. Кстати, как видите, у нас баллончик бесконечный. Да. Но. Это из-за того, что мы выполняем данную миссию. Он, конечно, был пшик. Всё, граффити перекрашено. Тут у нас райдер. А, это не райдер. Свит, да. Свит к нам подъезжает, мы быстро бежим, сюда мы уезжаем. Так, тут можно сократить. Сейчас я... О, господи. Вот, вот так можно сократить. Я же говорил, что он рушит. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the fatty? I'm kind of soaked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Все, у нас 200 баксов получили, что с этой миссией, и пойдем опять на миссию. Райдер. Окей, все. Так, видите, у нас 500-500 баллончик. Вот. Можем сейчас взять. Это богача. I'm sorry about this.
И видите, я блин. Какой ответ нужен? Ну что там нам говорят, давай? Карл, это офицер Хернандес. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Вот, слышали? Он нам говорил то, что нельзя выходить за город, так как нам дадут 4 звезды и нас убьют за это. Убиваем вот этого. Еще ружка. Ну ладно. С вами был Пашок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в новой серии. Всем удачи, всем пока, друзья. Да, пока.